Когда мы с другом приехали в город, Стамбул нас встретил своим традиционным запахом жареного каштана. Хороший способ утолить голод питательными и вкусными орехами. Мы спустились вниз к набережной, у которой тоже имеется свое традиционное блюдо. Быть в Стамбуле и не попробовать вкус знаменитого балык экмек почти равносильно преступлению. Без сомнения, самые популярные рыбные фастфуды Стамбула сегодня расположены в районе Эмининю, у причалов кораблей и паромов, а также на нижнем ярусе Галатского моста. Надо признать, что балык экмек является вкусной и калорийной пищей. Отведав такой бутерброд с жареной рыбкой и свежими овощами, можно смело пройтись пешком от рыбного фастфуда на площади Эмининю до Голубой мечети, при этом не почувствовав ни капли голода или намека на усталость. Eski bir tanıdık dersin sevdiğim Nikahına beni Мы находимся на одном из самых известных мест Стамбула. Это Золотой Рог, пролив Золотой Рог. Так его называли еще византийцы. Если смотреть на карте, на этот залив, то он действительно напоминает рог. Это очень было стратегически важное место и во времена Византийской империи, и во времена османов. При взятии турками Константинополя византийцы, дабы турецкие корабли не прошли вовнутрь и не смогли подойти к крепостным стенам Константинополя, протянули цепь от правого берега до левого. Это была реально такая огромная цепь. И турки долгое время, сколько-то там недель, не могли проникнуть вглубь Золотого Рога. Но желание турков взять Константинополь было настолько сильным, что они свои корабли по суше, вот по тому берегу, пронесли через вот эту вот всю часть города и спустили на воду. Греки прибалдели, конечно, они такого не ожидали. И после этого взять Константинополь оставалось уже там считанные дни. Впереди мост, который не соединяет два континента. Европейский Стамбул с азиатским, то есть Европа с Азией. По всему Стамбулу, да по всей Турции даже были развешаны государственные флаги с Ататюрком, предводителем турецкой нации. Первые годы его правления турков-мусульман заставляли снимать чалмы. Ататюрк запретил говорить азан, читать молитву на арабском. Заставил это все переводить на турецкий. И было время, когда с минаретов мечети раздавались призывы на молитву на турецком языке, представляете? Сейчас мы находимся в очень красивом месте Босфорского залива. Просто поражаясь красотой. Ну, пролив, залив, какая разница? Большая разница. Вот, поражаясь красотой Турции. Не бывал здесь никогда, честное слово. И понимаю то, что здешняя красота просто радует глаза. Я не знаю, как люди здесь живут. Просто-напросто, наверное, молча живут, получают удовольствие каждый день от таких красот.
Чай в Турции пьют повсеместно. Сегодня он стал уже неотъемлемой частью национальной культуры, обязательным атрибутом повседневной жизни. Куда бы вы ни пошли, в качестве особого внимания, уважения и дружеского отношения вам обязательно предложат стаканчик этого чудесного напитка. Восточная сказка, немыслимая без базара, наполненного шумом, смехом, яркими красочными товарами, ароматами восточных специй и незабываемыми эмоциями, ожила и расположилась в самом центре Стамбула, в районе Султан Ахмед, примерно в километре от Айя Софии и Голубой мечети. Это знаменитый Гранд-базар, настоящий восточный рынок, представляющий собой огромную площадь, распростершуюся на много кварталов города. Для специй. Я чуть-чуть понимаю по-русски, потому что нужно так говорить клиент, да. Да, по-английски, по-русски, да, по-грецки, по-испански. Голубая мечеть или мечеть Султан Ахмед – первая по значению мечеть Стамбула. Построена в 1616 году. Насчитывает 6 минаретов, 4, как обычно, по сторонам, а 2 чуть менее высоких – на внешних углах. Считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры. Мечеть расположена на берегу Мраморного моря в историческом центре Стамбула, в районе Султан Ахмед, напротив музея Айя София. Мечеть нужно видеть. Ее размах и цвет не передать словами. Множество башен, сводов делают архитектуру необычайно красивой. Перед мечетью есть небольшой скверик с фонтанами, откуда можно сделать прекрасные панорамные снимки. Ночью можно лицезреть, как птицы целой стаей кружат над этой великой мечетью, словно совершая молитву вместе с мусульманами. Смотрится это зрелище просто потрясающе.
ночной Стамбул, жизнь в этом городе. Ему еще не замирает. Как видите, сейчас уже 10 часов, а народ ходит толпами. Все тихо, спокойно, уютно, культурно. Можно до поздней ночи гулять. Ничего с тобой не будет, никто по башке не стукнет. Наоборот, тебе предложат что-нибудь там такое. Купить то, купить это. Но не так назойливо, как в Египте. Сейчас, короче, все сидят, отдыхают, курят кальян, наслаждаются жизнью. Продаются фрукты, выжимаются соки, много очень оранжа. Как дела? Хорошо. Нравится Стамбул? Стамбул нет хорошо. Почему? Аллах ве мукадарин сана тарджима. Неден? Güzel değil abi. Yaşanacak şehir değil. Sadece çalışmak için. Город не для жизни, для работы. Для работы? En güzel şehir bizim memlekettir böyle. Neresiniz? Mardin. Самое один классное место это будет моя родина, Мардин. Я. Мы отлично прогулялись по этому району Стамбула. Продавцы мороженого веселили покупателей своими фокусами. Посетили несколько магазинов, мы увидели много кафе и ресторанов, и в итоге спустились на набережную. Sen Tanrı'dan ne diyorsun? Вот, мы вот, как видите, взяли себе по обширночкой, тарелочкой. Тут всего, в принципе, хватает, чтобы наесться до два. Вот. Кушаем, хорошее настроение, солнышко. День начинается. Как ваше настроение? Супер. Все, давайте, вам приятного аппетита. Sen gülünce bizim için hep gülümse. Ёшкин кот. Чем-то Дубай даже напоминает. Собираемся в Анталию. Стоим на остановке с Тимуром. Ждем своего трамвая. Как видно, уже скоро подходит он. И мы собираемся в дорогу. В таком космическом трамвае мы сейчас будем ехать в аэропорт Анталии. Sen başla ben tamamlarım ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma, ne olursun. Площадь Таксим – известное место в Стамбуле. Центр жизни такой веселый, развлекательный. Тут всякие клубы расположены в ту сторону. Это памятник
связанный с геройской жизнью Ататюрка, который спас турецкий народ. Дальше начинается улица Истикляль, тоже знаменитая, это как Стамбульский Арбат. Там прогулочная улица, но может мы туда еще сходим. Впереди вы видите церковь, это вообще район считался раньше таким христианским, тут греки всякие жили, армяне. И вот у них до сих пор эти древние церкви стоят все. Там вот чуть дальше будет автобус, который повезет нас в аэропорт. Аэропорт, другой аэропорт уже, из которого мы полетим в Анталию. Товарищи, ну вот мы и в Анталии, наконец таки. Мы находимся на территории парка, который называется Караулан. Этот парк прямо в центре города. Там чуть подальше, здесь не видно, начинается крепость анталийская, древняя очень. Сейчас туда направимся, трамвайчику будем идти через крепость. Там очень прекрасные улочки, интересно очень все. Костя вчера просто прибалдел от одного, так сказать, взгляда на это все. Мы находимся в самой старой части Анталии, которая называется Калеичи. Первоначально это был римский город, затем он стал византийским, а позже перешел к турецкой Османской империи. Посетившие старый город имеют возможность прикоснуться к истории, дошедшей до нас в первоизданном виде. Глядя на лабиринты узких улиц и архитектуру домов в Калеичи, недовольно окунаешься в жизненный уклад и быт поколений людей, смыслявших эти земли ранее и проживавших здесь сейчас. Сегодня Калеичи является практически центром туризма, сохранившим первоизданный облик, новые постройки которого в то же время отлично вписались в общий архитектурный ансамбль. На его территории отстроено много отелей, пансионатов, ресторанов и магазинов. Это вот тоже еще один пляж, такой импровизированный, прямо на скалах. Пляж называется Адалар. Очень даже ничего. В прошлом году я тут как-то даже лежал на солнышке и плавал между скалами. Так что, товарищи, всех я приглашаю в этот пляж. Если не хотите переться туда на трамвайчике прекрасном, то можно здесь вот прям взять и лечь.
стороны Средиземное море прекрасно. Там вот белая полоса, это пляж, куда мы сейчас должны отправиться. Это городской пляж. Воздух свежий, море шумит. Что еще надо? Температура 25 градусов всего. Для Анталии это холодновато, конечно, в конце мая. Но, тем не менее, что делать? Загорать так загорать, хоть даже при 25 градусах. Лир. Место, да? Билет куда? На лоб. Всем привет, мы хотим замутить небольшое интервью. Не то, что небольшое интервью, мы хотим рассказать о пляже Анталии. Все загорают, отдыхают, наслаждаются волнами. Костя только в себя пришел, только что вот. Он был в шоке, целый день ходил. Тимур, какой, конечно. Вообще никакой, вареный. Ну, Тимур, он парень такой, как сказать, ну, своеобразный. Поэтому, честно скажу, мне с ним легко, и поэтому никаких... Вот таких... Давай безоценочных суждений, пожалуйста. Ну, давайте так. С вами был Константин Егоров и... Как вас зовут? Просто Тимур. И просто Тимур. Поэтому до связи. Do you think of my heart? Do you have the time? Do you think of my... Этот чай помогает при болях в желудке. Итак, мы возле аутлета, который находится неподалеку от аэропорта. Это аутлет... Депо. Депо, да. depo.com.tr, кому да. Интересно. Сейчас Тимур сделает небольшой обзор тех видов товаров, которые тут продаются, которые мы покупали. Костя, оказывается, маньяк Адидаса. Сегодня даже продавец так сказал. Да и, соответственно, он купил Адидасов там, я не знаю, просто, я не знаю, можно солить их. И костюм, и, я не знаю, и толстовку, и там даже человек, который ему помогал в этом, он даже отметил маньячность Костя в этом отношении. Но ничего, ладно, мы прошлись по другим магазинам, в принципе, поели, очень вкусно было, да, Костя? Те, кто приезжает в Анталию, обязательно должны зайти вот в этот торговый центр, посмотрите на него внимательно. Вот, и вы найдете все, что вашей душе угодно, за приемлемые цены, и даже дешевые в некотором смысле.
Наш отель открылся в 1987 году. Это был один из самых первых отелей в туристической зоне Анталии. Вместе с нами было всего два отеля в этом районе. И мы работаем на этом рынке уже, можно сказать, с самого начала, когда начался развиваться туристический рынок в Турции, здесь в Анталии в частности. Конкуренция действительно очень большая сейчас, нам очень сложно в таких условиях, но тем не менее у нас есть ряд преимуществ. Одно из самых значительных – это то, что отель принадлежит нам, это наша собственность, и мы не платим за аренду ничего. Мы считаемся городским отелем, и поэтому открыты в течение всего года. Соответственно, у нас есть база клиентов, которые к нам часто приезжают, ну и сами мы стараемся тоже, чтобы завлекать какими-то акциями, там, туристов там, и так далее. Наши клиенты делятся на несколько категорий – Европа, Советский Союз бывший, Дальний Восток и арабские страны. Самые беспроблемные туристы – это туристы из Европы. В низшей категории находятся русские и арабы. То есть проблемы вот с русскими часто бывают, с арабами. Но, в принципе, они не такие уж и такие большие. Вот с русскими, например, в основном проблема языковая. Как бы они в основном говорят на русском, на английском редко. И в этом смысле возникают проблемы. А с арабами немножко менталитет у них другой. Они все-таки более такие закрытые страны. А у нас тут демократия. То есть как хочешь, так и работаешь. Ходишь, одеваешься там и так далее. И вот в этом смысле может быть какие-то проблемы возникнут. А так, в принципе, все нормально. Хорошо, спасибо. Очень-очень хорошо. Ночная Анталия по-своему прекрасна. Исторический центр украшают яркие красивые фонари и фонтаны с подсветкой. Довольные туристы наслаждаются приятной музыкой в открытых уличных кафе. Чистота переулков просто поражает. Такое ощущение, что тротуары моют каждый вечер. Вспоминая эти красивые места, хочется вновь их посетить. Этим вечером мы простились с этим красивым городком и собирались обратно в Стамбул. But as long as we believe...